Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ Фаберлик по 18 каталогу. Много новиночек, будем с вами все вместе распаковывать, тестировать. Почему-то он пришел в этот раз вот так вот в двух коробочках, да? Не знаю почему. Давайте начинать вместе. Приступаем к распаковке. В этот раз, девчонки, я опять, у меня заказ разделила на два, потому что... Опять в первый день действия каталога не было водички в подарок. Да, по программе «Зарегистрируй трех консультантов». Помоги им сделать первый заказ, тоже получишь приз за регистрацию. Она стала доступна на второй день к вечеру, только эта водичка мне в подарок. И поэтому немножко попозже будет еще один заказ, тоже с новиночками. Так, как-то вот почему-то разделили его на два, но все тем не менее хорошо упаковано, да? Да, все хорошо. Ну, давайте начинать. По порядку, да? Начнем с программы Фаберлик Лайк. Я взяла, снова повторила, колготки, но уже не себе, а своей любимой соседке. Она посмотрела на мои, сказала, мне тоже надо. То же самое, 120 ден. Это теплые колготки с шерстью. Они по 300 рублей где-то выходят по программе Фаберлик Лайк. И здесь у нас только Элька. Эльку мы с ней взяли. И у меня серый меланж, по-моему, цвет, а у нее черный. Хотя они, девчонки, не совсем черные, они такие темно-серые. Ну да бог с ними. Она ходит зимой в платьях и попросила вот какие-нибудь теплые такие колготочки. Говорит, закажи такие же, как у тебя. Поэтому вот так. Дальше, девчонки, буду сначала разбирать первую коробку, да, наверное. Заказала себе порошок. Ой, какой же он холодный. С улицы. Прямо. Порошок в артикуле 322, это альпийские луга, концентрированный наш порошок, вот так он выглядит. Я периодически чередую его с порошком Гринли, ну, когда какой захочется, когда какая акция будет, да. Порошки в обновленной версии я люблю. Я в прошлом году вам делала видео «Худшие продукты Фаберлик», «20-ка» и «Лучшие продукты», и говорила, что порошок терпеть не могу, никогда не возьму. Но обновленная версия действительно гораздо качественнее, гораздо лучше. В этом году тоже вам обязательно сделаю подборки худших и лучших продуктов Фаберлик ближе к Новому году. Порошочек люблю, он концентрированный, мне его хватает... Больше, чем на период действия каталога, хватает недель на 5 вот этой вот пачки. Одна мерная ложечка, если полный барабан, если не полный, половину мерной ложечки сыплю, и все прекрасно, все в ажуре. Поехали дальше. Так, заказала карандаш, девчонки, сейчас посмотрим, он запечатанный, а нет, открывается. Это у нас новая с вами серия, обратно, в принципе, вставлю красиво. 5719 артикул этого карандаша, это карандаш для заполнения, да, такой вот щеточкой из новой серии нашей. Взяла почему именно в оттенке 5719, потому что у меня знакомая всегда... Что у меня тут топорщится все? Берет карандаши в оттенке, который немножко рыжит, потому что она сама такая, у нее волос медный, и ей такие подходят. Посмотрела сводч, вроде он рыжил. Это теплый блонд, если я не ошибаюсь, называется, девчонки. Теплый коричневый, как-то так. Но я бы не сказала, что он теплый коричневый, я сейчас засвотчу. Она не против. И покажу вам поближе. Он не рыжит, к сожалению. Он больше подойдет для блондинок. Это достаточно холодный цвет. Но я не знаю, минимальная доля рыжины. Девчонки, сейчас я вам покажу поближе, чтобы вы посмотрели. Ну ладно, если не понравится. Вот что-то... Раньше карандаши грешили. Что Вейвен, что Фаберлик рыжиной. А сейчас захочешь найти рыжий, не найдешь. Девчонки, если... Я бы не сказала, что он рыжит. И совсем он практически не рыжит. Ну, посмотрим, подойдет, не подойдет ей. Хочется сказать про эти карандаши, что они не плешивят так, как плешивили предыдущие карандаши. Хотя не все со мной согласятся. Некоторые прям их любили и хвалили. Но на моих бровях, когда я пользовалась карандашами, предыдущая версия таких вот затачивающихся карандашей Фаберлик жутко плешивили. То есть даже когда на руку наносишь, сводч кусками прям отваливались. Вот. Так, девчонки, почему-то заказ... Располовиненные у меня. Выгребаю мыло. Соседка у меня заказала 4 варежки на подарочки. Очень миленько, кстати. 26-21. Я не пользуюсь кусковым мылом. В прошлом году брала тоже тематический. И из линейки детской. Они у меня до сих пор лежат. У нас никто в семье не пользуется кусковым мылом. Вот что было, раздарило все так. Сквозь упаковку даже чувствуется очень нежненький аромат. Цветочная такая душка. Цветочная с выпечкой, что ли, девчонки. Ну, уютный, приятный аромат, который чувствуется сквозь упаковочку. Вот такие 4 варежки ей отправляются. Повторила свой заказ, девчонки, бомбочки.
Потому что предыдущие улетели за 2 дня, просто ребенку очень понравилось. Я сама не попробовала. Даже она с ними купалась. Мне больше понравилась вот эта желтенькая, потому что у синей очень ярко выражен аромат, просто нереально. Для кого-то он может быть даже тошнотворным. Он настолько ярко выражен, настолько ядреный. Невозможно. Здесь аромат поделикатней. Бомбочки неплохие, мне понравились. Ребенок мылся, кожа потом мягенькая. Я ручкой даже трогала, мы с вами разводили их в воде. Хорошие бомбочки. Я надеюсь, что хотя бы одна мне из этих перепадет, и я тоже с ними приму ванну. Так, дальше, девчонки. Новиночки и не новиночки. Зубная паста. Из линейки Технокид заказала знакомым. Им тоже очень понравились детские пасты Фаберлик 6+, груша. Артикул 2359. Бомбочки я вам не сказала. Бомбочки 26-24. Вот это. И голубенькая у нас с вами 26-23. По 109 рублей, не по-моему. Пасты сейчас тоже на акции. Очень хорошая цена на них. Так, дальше. У меня в заказе было 2 детских кремушка. Один в одной коробке, другой в другой. По какой логике сортировали на складе коробки, не понимаю. Вот таких вот 2 из детской линейки. Сказала тоже соседка своей крестнице. Им тоже безумно понравилось. Они попробовали с рождения вот эту линеечку. Им очень понравился крем. Они берут. У меня такой тоже состоит в запасе. Личико ребенка мазать сейчас вот на ветру обветривает. Губки даже могу им смазать, да, перед выходом на улицу вместо гигиенички. Ручки, ножки, все что угодно. Он 0+, артикул 16,45. Мне эта линейка безумно нравится. Фаберлик, она крутая на самом деле. Так, магнитик. У меня соседка увидела, сказала, и мне такой надо. Я вам уже его показывала. Магнитик вот такой вот красивенький. Повторяет практически полностью игрушку. Она у меня сейчас стоит на полке, я на нее смотрю. В прошлом заказе мы с вами игрушку рассматривали, и магнит тоже. Ссылку в инфобоксе тогда прикреплю. На пузике у бычка написано «Lovely Moments Faberlic 2021». Артикул магнитика 910-102. Мне кажется, вот так на подарок взять, он не крошечный, как продают сейчас в магазинах. Он достаточно большой, да. И цена бюджетная. Прекрасно, замечательно. Так, лаки. Не могла пройти мимо новых лаков, девчонки, потому что сейчас очень люблю делать маникюр. Первый оттеночек у нас с вами 76-94, не помню, как называется. Камера вам его делает более бежевым. На самом деле я брала такой с теплым подтоном. Сейчас попробую вам передать на другую камеру. И еще один с блесками, но не с блесками, а с мелким шиммером. Если вы обратили внимание, вот эта линеечка лаков, некоторые там есть с блесками, то есть крупные такие вкрапления, а некоторые с мелким шиммером равномерным. И мне именно такой хотелось в красном оттенке. Невероятно красивый. Я сегодня же буду делать с ним маникюр. Обязательно вам все сниму. 79,99. Вот этот оттеночек. Камера его передает правильно. Таким, какой он есть. И блески здесь, девчонки. И серебристый, и перламутровый, и розовенький. Он здорово очень играет на свету. Мне кажется, на ногтях вообще будет смотреться шикарно. Вот он, красненький лак. Смотрите, какая красота. Невероятная. Так, и вот бежевый. А все равно камера вам делает его более холодным. Он на самом деле немножко теплее. Но буду делать маникюр, на ноготочках вам все покажу. Он немножко теплее, у него теплый подтон. Он не совсем такой вот прям телесный. Так, девчонки, давайте на кисточки посмотрим, потому что меня этот вопрос очень волнует. Мне не все кисточки нравятся Фаберлик отнюдь. Слушайте, здесь прикольная кисточка. Она немножко заужена к кончику. Она немножко заужена, как будто даже вот... обрезана. Она не такая здоровая, как у других старых лаков Фаберлик. Потому что мне не очень нравится у них кисточка, она какая-то громоздкая. Так, а в этих лаках... Слушайте, ну она тоже, она скругленная, да, уголочки немножко обрезаны. Она такая скругленная на конце. Неплохая кисточка. В общем, скоро будем делать маникюр. Так, девочки, заказала себе дейзик, 24 часа защиты, комфорт льна, давно не брала сиреневый, 23,53 его артикул, беру их постоянно, постоянно ими пользуюсь, мне нравится, на сутки защиты хватает, забыла уже, как пахнет именно этот комфорт льна, у меня только вот кончился зеленый в пустых баночках, вам буду снимать, ой, классно как, нежненько, нежненько такая душечка, здорово, так, дальше, смотрите, прям в отдельном пакетике положили чай, чтобы не дай бог. Молодцы, молодцы. В этом году Фаберлик вообще необычайно радует. В том году, в прошлом, я его хаяла как-то больше. И в начале этого года, да. Сейчас вот, ну, редко могу к чему-то придраться.
Так, травяной сбор, чистота и легкость в теле. В прошлом заказе вы у меня видели, у меня еще одна на работе девочка попросила. Тоже надо почистить, говорит, свой кишечник к Новому году. 151.14 артикул этого травяного сбора. Я его тоже пропивала, он действительно работает. Он действительно дарит комфортное очищение кишечника. Это да. Одну коробку мы с вами разобрали, погнали другую. Здесь у меня новиночка. Биосредство моющее универсальное. С цитрусовым миксом натуральным для жесткой воды. Артикул его 108.97. Если оно пахнет так же, как средство для мытья посуды с цитрусовым миксом тоже, то это будет восторг. Да, кайф вообще. Это запах эфирных цитрусовых масел. Мандаринчик, апельсинчик более выражен. Ой, как это безумно круто пахнет. Это идентичный аромат средства для мытья посуды. Одно и то же эфирное масло, видимо, используется для душки. На самом деле это круто. Круто, что это не химозные отдушки, а натуральные эфирные масла. Это очень здорово. Тем более сейчас в сезон простуд, кстати, цитрусовые масла я всегда добавляла в аромалампу, когда хочется бодрости. Да, лаванду перед сном, эвкалипт, шалфей в период простуд. У меня много этих масел раньше было, сейчас осталось мало. А цитрусовые аромамасла, они именно дарят бодрость. Поэтому, наверное, перед сном этим средством полы лучше не мыть. Безумно вкусный аромат. Никакой химозности. Вообще здорово, девчонки. Будем вместе с вами тестировать, мыть полы. Давайте хотя бы на консистенцию глянем. Прозрачный гель, судя по всему, прозрачный или с легким таким желтым отливом. Ну, классно, достаточно густой. По консистенции, кстати, похож тоже на средство для мытья посуды. Так, поехали дальше. Водный освежитель антитабак заказала у меня знакомая девочка, много раз убрала. Мне, кстати, очень нравится, как пахнет антитабак, не потому что там он устраняет запах табака, а потому что у него действительно приятная цветочная отдушка. Артикул 113.29, он достаточно ненавязчивый, деликатный, неприторный, в меру есть свежесть, в меру цветочки, очень приятный аромат. Если кто не брал, попробуйте, девчонки. Освежители безопасные водные для детей, для животных и заглушкой от деток. Я вам всегда показываю и буду показывать. Так, соседка у меня взяла мыло для кухни, попросила ей выбрать любое. Я ей выбрала на этот раз с гранатом, хотя мы с ней обе больше всего любим с кофе, но пусть попробует новенькое. 302.01 его артикул, называется «Красный гранат». Я не помню уже его одушку, девчонки, 5 в одном мыло. Давайте потестим. Ой, обалденный, обалденный аромат вообще. Мне не все запахи нравятся в линейке мыла для дома. Некоторые прям такое ощущение, что тухлиночкой попахивают, вот честно. Мне больше всего нравилось кофе. И теперь мне очень нравится гранат. Действительно, гранат неприторный, свеженький такой. Классный, классный запах. Я думаю, она оценит. Вообще, девчонки, обалденный запах у граната. Мыло, кстати, это, если кто не знает, устраняет запахи. То есть, если вы на дощечке порезали рыбку, чесночок, лучок, и вам потом противно ей пользоваться, вы хотите этот запах немедленно смыть с доски, со своих ручек, помыли, все. Конфетка никакого запаха, моментально устраняет запахи. Почему они пишут, что оно у нас 5 в 1? А, устранение, очищение, мытья столешниц, раковин, губок. Ну да, можно тряпочки кухонные этим мылом, кстати, мыть, чтобы тоже они особенно не тухли. Устранение загрязнений, искрящийся аромат свежего граната. В общем, вот так, девчонки. Так, следующий продукт. Повторяю, кондиционер-бальзам для белья, для чувствительной кожи 0+. Для чувствительной атопичной. Не потому, что у нас есть в семье аллергики, а потому, что мне нравится безумно аромат. Артикул 118.56. В этом каталоге по акции идет этот кондейшн. Тоже в пустых баночках у меня уже вот такой вот флакончик. Сейчас органой пользуюсь. Ой, невероятный аромат, он очень деликатный, работает так же хорошо, как и другие кондиционеры, то есть бельишко после него мягкое, он достаточно жиденький такой, но в то же время концентрированный, сильно много не лейте в барабан. Одушка невероятно деликатная, цветочная, нежненькая такая, прям вообще супер, понравился. Так, дальше, девочки, у меня набор Донна Феличи. Вот так он выглядит. Если берем три продукта, у нас там сыгрывала акция, да, и на мужской, и на женский комплект. У меня на работе есть одна поклонница этого аромата, она брала уже полноразмерку, и она в диком восторге. Здесь у нас гель для душа. Мне очень нравится, кстати, гель для душа парфюмерный Фаберлик. Смотрите, какой он густой. Ложка бы в нем стояла, девчонки, однозначно. Смотрите, какой густой.
он не может перелиться до сих пор, даже хоть чуть-чуть, вот, да? Парфюмерные гели для душа – это моя любовь, Фаберлик. Они действительно крутые, у них классный аромат, они густые, и они очень круто пенятся. Артикул 81.15, гель для душа. Малышка 30 мл, входила в набор, 449 рублей, по-моему, набор. 30.19, пришла заслюдированная малышка. И Дейс. Дейзик у нас, артикул 35.11. Я забыла уже, девчонки, аромат Дона Феличи. Хочу вместе с вами сейчас распылить. Девочки моим не разрешают, так что ничего не подумайте плохого. Все. О, открыла. В лицо себе прям. Господи. Слушайте, а что-то в этом аромате есть. Я давно его не тестировала, на самом деле. Очень давно. Когда раскрывается аромат, прям мандаринки чувствуется. Апельсинки даже, кислиночка такая. Апельсинки, да, действительно. Не зря бы мне кто-то из девчонок писал, что прям вот когда идешь по улице, люди говорят, от тебя пахнет апельсинкой и мандаринками. Действительно. Кстати, прикольно, но в нем есть какая-то горечь, вот, которая меня отталкивает. Я это не совсем люблю, а вот моя девочка, которая этот набор заказала, она любит. Она брала у меня аромат Алатау, он ей зашел прям на 5 с плюсом, потому что там тоже есть такая термоядерная горчинка. И вот в Дона Феличи здесь терпкость и небольшой отголосок такой горчинки есть все равно. Это не мое, но аромат интересный на самом деле. Давно не тестировала его, забыла уже даже. Для меня вот эта вот горчинка, она перебивает апельсинки и мандаринки, поэтому вот так. А она вот любит, она любит, когда горчит, и прям в диком восторге. Так, девчонки, она же у меня заказала набор Desirable, да, как правильно. Но нет, до сих пор второй период уже на нашем центральном складе геля для душа, только парфюмированный Дейзик я ей взяла. 35-16 его код, давайте тоже потестируем с вами, мне интересно. Desirable, я тестировала водичку, как только она появилась, по-моему, брала даже пробник. Мне не понравилось. Мне сейчас не нравится. Ей понравится, это вот ее, тоже такая ядреная какая-то нота присутствует. Хотя потом раскрывается уже нежно. Многие говорили, что парфюмированный Дейс и гель для душа немножко нежнее, чем сам парфюм. Когда я брала пробник, я помню, он мне совсем не понравился. А тут вот из пробочки сейчас очень нежненько, кстати, звучит, когда выветриваются первые ноты. Но это зимний аромат абсолютно точный и возрастной. Я на молоденькой вот девушке его совсем не чувствую, так же, как и Дона Феличи. Также у меня девочка знакомая взяла очищающий тоник из линейки Вербена. Я тоник, кстати, из этой линейки не брала, но мне безумно нравится мицеллярка. Мицеллярка восхитительная, несмотря на ядреный аромат лимонника. Она так деликатно снимает и деликатный, крутый, быстрый, достаточно стойкий макияж с глаз. Я специально тестирую мицеллярки, чуть ли не лью их с ватного диска в глаза, потому что я не переношу, когда мицеллярка щиплет глаза. Но не должна она этого делать. Да, зачем нам лишнее раздражение на веках? И вот вербена, мицеллярчик, она не щиплет глазки абсолютно. Против 7 возрастных изменений. Вот так выглядит тоник. Он, скорее всего, тоже будет пахнуть лимонником. Да, одушка это приятная. Он, кстати, сам розовенький внутри. Прозрачный, но с розовым отливом. Тоник 0801. Потом обязательно спрошу у нее отзыв. Она мне всегда рассказывает, потом пишет, что ей понравилось, что не понравилось. Делимся впечатлениями, так сказать. Так, девчонки, последние продукты, новиночки, которые вам покажу. Не могла пройти мимо. Блин, какая пенка здоровая, прям такой ух. Это у нас линейка Global Oxygen, да? Глобальный кислород. Что я взяла из этой линейки? Я взяла, девочки, пенку. Потому что у меня кремов сейчас завались, но, ей-богу, надо их использовать. И взяла кислородную масочку, хочу ночную. Мне как-то вот в последнее время больше нравятся такие продукты, которые не надо смывать. Зима, всегда хочется спать, жуткая лень. И вот вечером иной раз так лень делать маску, вы представляете? Вот мне лень делать маску, хотя я на протяжении нескольких лет делаю 2 раза в день ее обязательно. И поэтому я решила взять именно маску ночную, чтобы вот хоть когда-то позволить себе не делать смываемую, да? Нанес и радуешься жизни. У нас линейка новая, и она обещает нам бесконечный источник энергии для самообновления кожи. Здесь, я так предполагаю, концентрация кислородного комплекса Новафтем, наверное, еще более, ее еще больше, чем в других кремах. Технология Never Stop Energy, 3 уникальных компонента для доставки кислорода, активации его, использования каждой клеткой для эффективного синтеза энергии.
Ух ты! Кислородный комплекс повышает количество кислорода в коже через несколько минут после нанесения и обеспечивает доставку в глубокие слои, пробуждает, восстанавливает. Тра-та-та-та-та. Круто, девчонки, здесь есть витамин С. Я вам уже говорила, что я безумно люблю витамин С в составе косметической продукции, потому что это великолепный омолаживающий компонент. И действительно, вот очень люблю. Так, здесь есть витамин С, который очищает внутриклеточное пространство, как следствие поддерживает здоровую экологию клеток, усиливает эффективность предотвращения превращения кислорода в энергию, защищает от УФЭ, мониторов, озона, атмосферных токсинов. Или просто сойти с ума. Стабилизирует работу клеток даже в условиях стресса. Не являются УФЭ-фильтрами. Витамин С, ведущий детоксиканты. И еще тут глутатион. Глутатион. В пенке он тоже есть. Синтез коллагена, тонус кожи, тон рельеф, стирает следы стресса, усталости, омолаживает кожу. Ух! Ну давайте быстрее распечатывать. Так, пенка 175 мл, ее много. Артикул 5807. Девчонки, ну девчонки, она не открывается, зараза. Во. Вот такой формат я люблю. Вот формат, так формат. Красивая. Аромат хочется потестить. Крышечка такая мягкая, да? И вот такой вот дозатор. Нам нужно встряхивать перед применением. Не написано. Ну, сейчас делают везде уже практически такие помпы, что не нужно встряхивать. Запах похож на серию BioGlow. Сама пена очень плотная. То есть, если даже брать пенку из кислотной линейки, маленькую, зелененькую такую, да, там, по-моему, 75 мл у нас, там как-то она более такая крупнодисперсная пенка. Здесь пенка плотная, мелкие пузыречки. Есть отголосочек витамина С, чего-то цитрусового. Запах свежести, который присущ всей линейке Axiology, он немножечко на второй план отступил. Вначале чувствую что-то такое цитрусовое. Немножечко, да? Да-да, апельсинчик. Я чувствую апельсинчик. И запах свежести. Такой свежий-свежий апельсинчик. Очень классный запах, девчонки. Очень классный. Давайте посмотрим, карандаш смоет или нет. Пока с вами так протестируем. А в следующем видео уже будем подробно все новиночки тестить. Маникюр с вами сделаем. Смывает? Нет пока. Все, смыл. Смыла пенка карандаш. То есть она должна снимать макияж. Но я пенками макияж, девчонки, не снимаю. Я обязательно сначала глазки мицелляркой, а потом... Ой, какой классный аромат. Он не ярко выражен. Для тех, кто не любит ярко выраженный аромат, он достаточно деликатен. Еле-еле уловим, я бы даже сказала. Так, сейчас мы чем-нибудь пенку изничтожим. И посмотрим с вами на ночную маску. Класс. Мне очень нравится запах. Вообще обалденно. Так, смотрим масочку. Маска 5795. Здесь у нас она небольшая. 50 мл. Ну, нормально. Так же, как и масочка Викен, там тоже 50 мл. Мне понравилось еще, что она такая голубенькая, такой цвет приятный. Но банка-обманка, девчонки. Маска начинается вот здесь, на 5 мм выше. Баночка на самом деле больше, гораздо, чем объем самого продукта. Вот такая красивая крышечка, да, переливается. Ну, собственно говоря, все. 26.10 нам эту серию сделали. Так, открываем, и здесь у нас крышка-заглушка, да, пластиковая вот такая. Опа. Так, и что здесь у нас? Здесь у нас, я думала, судя по картинке в каталоге, что здесь у нас будут частички. Нет, их нету. Здесь очень-очень плотный гель. Если постараться, даже он не вывалится. Смотрите. Ой, здесь еще приятнее одушка. Вот здесь на первый план выходит запах чистоты. Я это так называю, не могу вам иначе описать его. Невероятно крутой аромат. Девчонки, мне очень нравится, вообще очень нравится аромат. И гораздо больше маски, нежели пенки. Так, и что у нас тут с вами? То же самое. Способ применения я хотела посмотреть. Я вам сейчас на камеру поближе составы покажу. Знаю, многим девочкам это важно. Быстрое и длительное увлажнение, удерживая влагу как магнит, насыщая кожу кислородом. Нанести небольшое количество маски, небольшое, на кожу лица и равномерно распределить. При необходимости через 10-15 минут удалите излишки салфеткой. При необходимости, то есть если наша кожа не захочет вдруг ее впитывать, мы можем немножечко промокнуть.
Блин, аромат невероятный, девчонки. Он ярче выражен у масочки, нежели у пенки. Гелевая текстура, достаточно плотная в банке. И не сразу тает на руке. Не сразу, девчонки, не сразу. В водичку не превращается. Кайф. Я хочу парфюм такой. Фаберлик, сделайте какой-нибудь аромат с вот такой вот основной нотой. Как круто вообще, мне так нравится. Слушайте, впиталась и кожа матированная. Легкая липкость есть в начале. Но это ночная маска, да, мы этого не боимся с ночной маской. Есть липкость пока. Она уже начинает пропадать. Все. И кожа такая заматированная по факту. Заматированная, очень гладенькая и действительно увлажненная. Если со второй рукой вот тактильно сравнивать, то прям как-то классно. Ладно, будем тестировать с вами потом на лице. Не будем сильно затягивать это видео. Мне безумно понравился аромат. Я уверена, что мне понравится эффект. Почему-то, я не знаю. По крайней мере, на руке сейчас очень круто. Она прям как-то, да, кожа действительно увлажнилась, увлажненная. Протестирую, если понравится, девчонки, прям буду тогда и крема брать, чего уж там. Так, сейчас покажу вам состав. Состав кожи. 18 месяцев срок годности. Вот, смотрите, кому интересно, можно нажать на паузу и подробно почитать. Так, и состав кремушка у нас на самом креме нет, на коробке, если вам не будет бликовать, девчонки. Где состав-то? Вот, смотрите, состав кремушка. Я не сильна в составах, вы знаете. Поэтому, если найдете здесь что-то очень крутое или, наоборот, запредельно негативное, обязательно пишите. Ну и каталог, девчонки, 19-й каталог. Я его уже, кстати, листала в приложении. Здесь не так много новинок, слава богу уже, девчонки, потому что у меня глаза разбегаются, и я хочу протестировать все, это нереально, ни по бюджету, ни по возможностям, как бы, ни по времени, и так дома склады уже. Каталог классный, интересный, обилует акциями и праздничными наборчиками, мне очень понравился. Но самое классное, это подарок за регистрацию, который будет в этом каталоге. Я хотела взять этот вибромассажер с розовым кварцем, купить самостоятельно в нынешнем каталоге, но потом увидела, что он будет в подарок, и решила, что просто обязана его получить в подарок. Зачем на него тратить 1500, да? Классные сейчас подарки. В текущем каталоге тапки с оленями. Тоже прикольные, классные. Надеюсь, и мне они достанутся. Если вы тоже хотите такие тапки, проходите по ссылке, регистрируйтесь. Она всегда под видео. Тогда я буду вашим наставником, свяжусь с вами сразу. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.